Hey, yo, guys, мы продолжаем пройти игру под названием Borderlands 2 Охота за головами. Окей, мы с вами в прошлой серии побывали вот здесь, вот в этом темном и жутком месте. Мне нужно что сделать? Во-первых, инвентарь. Я думаю, продавать это или пускай остается. Я думаю, пока что пускай остается. Новый облик. Скорее всего, это будет у нас просто тыква, да? По тыкве. Да, просто тыква. Окей, давайте тогда продолжим нашу охоту за головами. И следующее это у нас остров Трахбах. Животоглоты не могут использовать фляж, если их... Блин, нужно было исходить за водичкой. Ладно, думаю, так сойдет. Еще раз приветствую тебя, пожалуйста, на остров Трахбах, лучший курорт Пандоры. Когда прибудешь, Лилит и все остальные, мы сможем начать праздник фестиваля плодородия. Разыщи меня, ладно? Слушай, убийца, начинай фестиваль плодородия без нас. Брик еще укладывает вещи, а Мордекай пытается золотую птичку в клетку. Коготь! Коготь! Если сядешь в клетку, я дам тебе головку скага, а? Где моя футболка, смокинг? Это футболка, но она не нарисована смокинг. Я ее надевал для что-то. Искатель хранилища... Я еще раз позвоню. Это чё? Что-то за херовина там сияет. Погнали, сходим за ней. Я туда хотя бы... Да, могу запрыгнуть. Мы ж паркурщики с вами. Не до паркурщики. Нельзя, нельзя. Сундук. Флипстер. Флипстер, флипстер, флипстер. Гарпунер. Кроида. Делаем так. Короче, это те же спацики, что у нас были до этого. Да, два выстрела в голову. Это много. Дизмом. Так, извините, мы закрылись. Жаль. Но туда нужно, походу, попасть, потому что я вижу там часть локации. Которая закрыта. Забрюлена. Лодочка. Пипец, вот сколько ему, понимаете, три выстрела в голову. Это сложно будет долться. Чисто из-за врагов. Но мне кажется, я скорее всего продам шмотки эти. Ну, я их ваншотчу. С кулака. Рулевой. Давайте пока пробегу, пока он меня не видит. Поговорите с сэром Хаммерлотом. Сэр Хаммерлот. Так, кровавые камни, а ну-ка. Походу, либо тут что-то появлялось, либо что-то тут все-таки появлялось. Так, сюда еще можно подняться.
Мне походу сюда еще не нужно, да? Так, какое-то яйцо. Знаете, яйцо немного это напоминает. Из Марио. Суперкарт. Там тоже такие же яйца были. Ну, как сказать, и место, в принципе, по карте так посмотреть. А большое. Да, оно большое. И довольно большое. Ладненько, сейчас придумаем, что будем делать. Но она красиво сделана. Жучняк. Картридж для пенсионеров. Коттедж, коттедж. Коттедж, коттедж. Так, побежали. Или там можно спрыгнуть, в принципе, тоже подняться. Да, вижу, там подъем можно. Так, а с рулевыми я не понял, как мне разбираться. Да. Чувствую, будет вообще непросто. Если у меня уже такое дерьмо идет. Я думаю, это еще не самое сложное. Здоров, Хаммерл. Приветствую. Я наставил домашний алкоголь, а будем зажигать до утренней зари, как говорится в народе. Сейчас открою дверь. Так, у нас есть проход вправо, еще влево. Не, это будет, мне кажется, жестко здесь что-то. Оно сложно уже идет. Враги сильные. Нихера себе дверь. Так, изначально я прибыл на остров гедонизма, чтобы происходить на редких зверей. С помощью варнейших знал, что на этом острове живет бывший враг Брика. Мордекай или Лилит. О боже! Парни, кто-то похитил Хаммерлока. Значит, вещи можно не укладывать. Мордекай, мысли есть? Может осмотреться? После Хаммерлота что-нибудь осталось? Какая-нибудь вещь с его запах? Какая-то вещь с его запахом? Давай посмотрим. Детективы! Виски Хаммерлока. Пара бутылок с самогоном. Отлично. Так, тебе нужно ввести эту бутылку в какая варника. Сначала найди шприц. Так, приготовь на всякий случай дробовик. Мне кажется, отсюда кто-то выпрыгнет. Хорошо, теперь веди бухло Хаммерлока в стручок Вакиды, и он поймет по следу. Выслежение с помощью вартика. А это сработает? Не вопрос, кровокрыл для дела, если сейчас я чую этот когтя. Через пару недель он тебя и Лилит где-то угодно найдет. Погоди, ты учил, как тебя искать нас? Ага. Беру наши старые ненужные рубашки, рву их на клатч и даю когтю, чтобы он смог взять след. Вот и сраный майку смог Еврика. Это была моя одежда. Парадная одежда. Найдите. Найдите. Ладно, мы, короче, если что... О, у меня вот на дробуше... А, нет, подожди, у нас всего 225, да? Блин, нужно было в убежище степнуться и этот, прокачать себе. Рюкзак. Либо рюкзак, либо еще что-нибудь. Либо рюкзак... О, видите яички эти? Ну, их тут много. Этих яичок. Яичок много. Так, ладно, найдите варкидов. Так, теперь веди бухло Хаммерлота в окон.
Когда вердикт получится, то придется тебе прямо в Хаммерлоку. Так он, по идее, должен революционировать. О! Все, поехали. Черт! Только родился, а уже бухой в свинью. Вот она, золотая мечта в Аркидов. Иди за ним. Проверим, куда идет этот путь. Ой, я видела как Тиас, как я с самых пор, когда у него был взрослый перья. Он не милый, а безбашенный. Ну да, ты с ним поладишь. Ха, а ты ему понравилась. О, правда? Так он такой сильно кусается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Уже до крови прокусил. О, черт, сейчас же скинь его. Нет, он такой милый. Ой-ой-ой! Я люблю его. Ну ты дура, офигенно просто. Похоже, какое-то чудовище, огромный зверь тащит меня по тоннелям. Я бы был благодарен, если бы ты помог мне. Так, а что, мне нужно, типа, обязательно с ними драться? Все, дальше. Пошли. Но эти жуки, я не... Кажется, этот волк, ему слишком много сока, Хаммерлока, наверное, поэтому он Так. Спятил, совершенно следует, раз уменьшить дозу. Тебе нужно найти другого вардака и ввести в него запах Хаммерлока. Ввести субстанцию в кокон вардака. О, тихо. Просто иди за этой тварью, и она приведет тебя. Так, уродина, веди меня к этому пожорливой твари. Куда-то едем. Давай. Так, я что, застрял немного? Нам все равно, мы бежим за нашим жуком. Бля, только не говори, что ты сейчас опять взорвешься. Нет. Не взорвется. Так, не, я, наверное, спрыгну все-таки за этим яйцом. Я хочу знать, что это. Что я вожу и не работает. Ладно. Может, потом откроется. Что, как там дела? Похоже, он заполз в этот тоннель. Попробуй пролезть вслед за ним. Это точно транзит тоннель, но тут отключил электричество. Возможно, стоит взглянуть на местную трубку, если ее запустить. Здесь будет электричество. Эй, парни, а где Расковый или Мордекай? Я его выбросил. Что? Ты бросил пить? Ну да. Не могу потратиться на врага когтя, когда сам не... Ой, это так мило. Ты справишься, потребуй маленькое когтя выше. Ой, но меня угостил. Ай-яй-яй. Коготь, фу. Так, мне туда нужно, хорошо. Так, что по патронам, дробовике?
Ой-ой-ой, нет, с этим я не хочу драться. Главное, что тебе застрял, мужик? Вот, возьми. Если думаешь достать безумного... Вот это будут мои усы, никто не имеет права угрожать моим ребят. Эти пираты стали меня позорить, когда я попытался однако у них хранять. Ну и ладно, ведь безумные эрлы обожают убить пиратов. Окей, на пистолетом, чтобы быстрее было. О, они приехали. Не-не-не, ребят. Лови хлопушку. Так, а вот теперь все нормально. Ладно, вонючка, хватит, возвращайся, попробуй тебя безумно в турбине. Так, на корабль я могу залезть? Нет, не могу, там, походу, даже ничего нету. Ух, не, все-таки ладно, базука против них точно работать будет. Так, патроны у нас потихоньку заканчиваются. Нужно, знаете, было что попробовать? Автомат использовать. А давайте, наверное, на место... этого автомат поставлю. Мне кажется, автомат будет получше, только тут патронов, конечно. Не актив. Все турбины открыты, теперь вали отсюда. Никогда не возвращайся. Запустить турбины. Так. Хорошо. А, не работает. Ой. Это я что делаю? Запустить турбины и найти сэра Хаммерлота. А, круто, похоже, в тоннеле включено электричество. Постоит идти по тому, когда выйдешь на другой старый остров. К твоему возвращению. Ну, типа, да, я могу туда пойти, потому что мы запустили электричество. Но я могу пойти в другую сторону. Я могу сюда пойти. Ведь мы там еще, по сути, не были с вами. Итак, так. А значит, мы идем сюда. Если автомат будет годный, я его прокачаю. Ну, по всем канонам там урон будет хороший. Убийственный, даже так сказать. Угу, готово. А стоило сюда идти? Ай-яй-яй-яй-яй, я подох. Давай, мурчик, выпущу тебя. Не думайте о смерти, как о провале. Подумайте... Ой, найс.
Минус, минус. Ладно, полетели. Очень. Расселено мамры. О! Клёво. Ну, то есть... Понимаете. Скачай новости, меня связали психологи-христиане. Ты не поверишь? Вау. Тут, наверное, кажется, ну хотя бы принесет эти слова для меня пустой звук. А, точно, вы же в Крымском не встречались, сразу ох, мы только раз его убивали. А такие приятные воспоминания. Блин, Ого! Ну, в принципе, автомат такой себе. Юзать можно. Да. Легче рукопашку забрать их. И что? Что-то я немного не врубился. Дверь не открывается почему-то. Куда я ваншотнул ему? Ай. Снова встаю. Ай, ай, ай. Искать Гринча, ты не мог бы поторопиться? А то эти дикари уже пытаются вызвать сына Крамикаса. Эй, ты, не смей вызывать меня дикарем. О, ты говоришь на английском? Я думал, я отлично заканчиваю мегастрел. Эйден Ченнери, так это не надо, Пантора, козел. Так, подождите. Ой, куда, блядь, я вообще захожу? Мне нужно... Так, 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 так. Давайте попробуем базуку. Вот эту. Или все-таки огненную. Ну, а давайте пока на этой. Так, все перезарядить. Так, хорошо. Павильон привилегий. Вау. Так, Варка должен быть где-то здесь, на острове. Найди его и... Эй. Друг, ты меня что? Нормально же общались. Не, все-таки другая версия хуже, где у них типа панцирь вообще непробиваемый. Не достаю. Теперь у нас здесь аборигены. Сейчас будет абориген. 100 пудов вот тут как тогда. Я ни хера не сделаю. Ну а давайте просто пробежим, если что, у нас граната есть. Заюзаю гранату. А, черт! Постарайся перебраться на другую сторону. Держит дикари, как и тогда. А нет. Никак тогда, ладно. Побежали на ту сторону тогда. Да, но это дикарь тот же, что и был. Надеюсь... О, там сундук хороший. Это вообще сундук.
Нет, это не сундук. Ну, мы работали с этими пацанами, поэтому мы знаем, как они действуют. Да, значит, здесь и маги будут. А, этого я не хочу. Убежище священного. Просто будем пробегать. Нафиг надо. О, вот это грамотно. Видя это как таким запахом рока, и тогда приведет тебя к нашему другу. Да, круто. Теперь странно, но Крамерская не причинила мне вреда. Возможно, он просто хотел отомстить искать ограничение, который убил его отца. Пошли. Я открыл там нам сокращение пути, поэтому... Как-то так. Блин, вот за этот я говорил вид, что он намного сильнее. Что он делает? О, хорош! Черт! Класс. Он просто меня выкинул. Парни, помогите, тут тупик Крамерска. Ох. И прям скажи, рекомендую тебе глубоко... Блин, это не там. Да. Ну окей, давайте я, короче, покупаю базуку. Так, хорошо. И побежали. Так. Так, так, так. Пули, патроны. Только что я Реди потратился. Привет, похоже, меня принесло в жертву этому чудовищу. Я не мог бы затянуть вниз, может там какой-нибудь рычаг. Нибудь чем я могу по... Да, ну я понимаю, что сейчас будет босс. Ладно, давайте тогда я сразу подготовлюсь. А вам хватит. Да. Вот это жесткая херня. О, какая роскошь! Взгляни на великого сына Храмерска. Это уже босс, замечу. 30 минута. О, какая роскошь, взгляни на великого Крабста. Крабста. Тело его на теле. Ай. Ну, как вы видите, да. Вот так все у нас сейчас будет. Главное не упасть вниз. Упаду вниз, минус жизнь. Yeah.
Она ту... Ну хотя бы я так могу турель восстанавливать. Мне нужно эту громилу бить. Ну как вы видите, сколько у него защиты. И нельзя его подпускать к себе. Ай. Вот об этом я и говорю. Ой, тихо. Если эта херня превратится, это мне шопа будет. О, все, клево. Вот мой кусок. Это был круто. Круто же, правда, коготь? Да. Вот умница. Похоже, что грехи крабоного отца предали крабокрыла сыну. Пожалуйста, спаси меня, когда будет готов. На самом деле, вот это босс, я когда даже проходил, я это все еще сцену в движениях. Если бы... Блять, ну подожди, я дособеру все. А в чем минус этого босса? Во-первых, видели он, когда прыгает такой, типа, ударную волну делать? Он может нас выкинуть за воду. Если мы туда упадем, нам начинается заново все. Второе. Как вы видели, я очень слабо его пробивал, даже с помощью оружия. Это хорошо, что я не сдох. Хотя там был момент, когда я чуть не сдох. Ой. А, ты там? Поэтому считается, что мне повезло, на самом деле. Чудесно. Спасибо за появление, мастер Суи. Я спасаю жизни. Должен признаться, что подобные ограничения свободы даже доставляют мне определенное удовольствие. БДСМщик. Спасибо. Конец. Вот что может быть лучше, чем наблюдать за теми, кто мелкие блоки вроде тебя уничтожит великого чудища природы. Мне все любят искать хранилище. Не все любят ли? Приветик, вот тебе новое задание. Мне нужно... Заткнись! Это Скорпион Флинт, сын капитана Флинта. И я вызвал шестерых людей, которые победили искать хранилище. Вместе мы отомстим. А теперь, пожалуйста, найди остров первого убийцы, чтобы мы могли отомстить. Во-первых, как мне отсюда выбраться? А, Хаммерло, давай, ты мне откроешь проход. Что-то я немного не пойму, как открывается эта дверь. Найс. О, сундуки. Фигня. Пистолет урон. Улучшение времени, улучшение восстановления времени. Так, вот это можно взять. Расход энергии на усиление.
усиление урона. Если урон заряда максимально следующего выстрела, наносит дополнительный урон. Фигня, фигня. Ладно, не буду ничего из этого использовать. Там еще что-то есть. Я хочу туда тоже пойти. Так как мне туда попасть? Опа! Как я, да? Обманул. Ясненько. А при чем здесь руки? Мне нужно убить тех, которых типа хотели мне отомстить. Тогда мне просто наверх ехать. Тогда мне просто наверх. Добро. Найти убийц. Парки. Так, давайте я, может, это просто сделаю. Подождите, мне где я сейчас вообще нахожусь по карте? А, так оно недалеко, ладно. Так, осмотреть павильон привилегий. Найдите убийцу с парки. Капитализм взывает к тебе. Так, теперь внешний вид. Найдите убийцу с парки. Что-то их как-то многовато. О! Мистер Станк, сержант даже он... Кстати, так и сказать, не заставили его ждать. О, как раз туда, куда нужно. Какого черта? Его взорвали бомбы с дистанционным управлением. А, отлично. Все равно я ненавидел, но странно, что он просто так взял и взорвался. На учениях, наверное. Но неважно, у меня еще есть пятеро, которые мечтают убить вас. Ослы моя группа на поддержке жертвы искателя хранилища прибыли сюда на конференцию в тот же уик, что и вы. И вы все просто мечтаете отомстить следующей убийце, а там на экзамен не отвечает. Аборигены шепчут, что рядом с деревней появился небесный воин. Возможно, тебе стоит узнать... Скорее всего, это камень, который валяется типа синий, когда я пробегал там через мост. Крабики. Вон, видите, вон. Золотой, я имею в виду. А не, это походу щит упал. Лакуси! Так, вместо базуки автомат. Эй, помнишь Марка Хэллоуи и дядя Грит точно тебя помнит? Он был тут. Ну, такой себе урон на самом деле. А да, такие-то ты ему я уже видел, а чтобы пройти, пройти мимо него, тебе нужно сделать... Советую взять маску у одного из колдуна и уверен, что эти парни тебе ни в чем не откажут. Так, мне нужна маска, хорошо. Так, найдите убийцу Спарки, победите Греля Холузя.
Луизя. Ой. Отлично. Так, ну я потратил все бомбочки, поэтому там восстановил часть бомб. Да-да-да, популяй, популяй. Капец, у него меткость хорошая. Челик в воздухе висит. Блин, чем, почему мне с него маску не дали? Что за... Он что себе вот... С неба упал? Его шаттл сломался или... Какого черта? Здорово, долбанулся. Какого урода убивает всех моих ассасинов? Ну ладно, у меня все еще есть. Встречай следующего! В их сообщении, что вместо бара кому-то нехорошо. В баре, говоришь? Осмотреть курорт. А, найдите не убийцу, а убийц с парки. Блин, ну мне кажется... Блин, там, понимаете, враги жесткие сами по себе. Как бы у меня оружие мало наносит им. Поэтому как-то не очень. Поэтому что-то как-то не очень. Потом нам, походу, все равно придется вернуться, чтобы открыть еще те сундуки. Потом я просто ливну, снова зайду, чтобы появиться около телепорта. Хотя мог сейчас это так сделать. Чтобы сэкономить какую-то часть времени. Не, вот это вот типа прикольно выглядит, типа я под водой. Бежим, 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 бежим. Ну, босса мы убили довольно быстро, быстрее, чем всех остальных. Видите, а так мне не дали вот эту миссию с ассасинами. То, скорее всего, то, чтобы я пошел дальше изучать локацию, мне бы ничего так и не дало. Там тоже типа яйцо он сияет, которое типа могу тоже заразить виски, как я понял. Мне кажется, мне к этому ничего не приведет хорошего. Мой следующий чувак тебе понравится. Он охотник на сирены по имени Мордов Софикс. Отец брата Сэмвера Софиса, которого ты шлюпнул на Афине. И мама дорогая, как же он... Пожалуй, обычный маршрут сейчас на ремонте, так что тебе нужно искать другой. Может тебе пригодится механизм, который поможет тебе подняться. Что это было? Что меня ударило? А, привет. О. А как мне туда запрыгнуть? Все, запрыгнул. Чё? А, блядь! Чё-то я тупанул. Чё-то я малёха тупанул. Так, подожди, патроны закупиться. Да, можно, короче, будет прокачать уже этот автомат. Здрасте. Херня. Херня, херня. Сопротивление. Херня.
Его оторвили? Ну как, похоже, кто-то уничтожил всех, кто должен был вас убить. И это страшное заявление. Ха, отравление. В наши дни такое количество увидеть. Старая школа. Клёво. Мне не важно, у меня еще 3 чела. Жертвы искателя хранилища, которые есть, мечтают вам отомстить. Найди их. Яичко. Яичко. Так, а что там за место? Затемненное тоже. А, все, уже не затемненное. Так, ну это эти. Аборигены. И шаман. Так, походу от пиратов я избавился, остались только шаманы. Так, рейтинг безбашенности поднялся. Так, бежим, бежим, бежим. Если что, дробовик на готове сразу, так, мне он хотел бы перезарядить. Следующий парень зовут Блендом, и он очень любит Сильвера, чтобы отомстить... За всех. За всех целей ты истребил весь бандитский клан, и он пытается за это отомстить. А, это где я хотел, помните, просто перепрыгнуть. Что? Повесили? Кто Что? Повесили? Может, снимет веревку или нет? Ладно. Неважно, остался 2 убийцы, но они, наверное, уже мертвы. Мертвы. Следующий парень, который, наверное, мертв, ученик Гимпериона по имени Кремзо. Он очень... Так отомстить тебе за убийство кого-то там. Если честно, то мне уже вообще плевать. Ага, супер. Логично. Это парень доктор разочаровал или что? Ну, года у меня осталось только один киллер. Просто иди найди его. Ну да, я понимаю, не имею, что за история с этим парнем. Кажется, он хочет убить Зеро. Но на самом деле я слова не понял. Нифига себе. Тайники какие у нас. Победите первого, найдите убийцу Спарта. Он тоже помер неудачливо, клянусь, я знаю, кто это сделал. Да. Не важно, больше не буду поручать грязные дела, разного лоха найди меня, я сам тебя убью, за что вы следили с моим папой? Да. Походу, руки вот это они и есть. И сундучок нужно будет вернуться, все-таки забрать. Мой папа был сволочью, но это не значит, что его нужно было убивать. Сдохните! Спарки. Возвращайся, как только получишь эхонет. Тихо. Эхонет сообщено и так. Плохое вы хотели услышать. Так, походу все, да? Так, на корабле ни хера. Ну, как обычно. Так, и тут, что-то есть. Замечу, она затемненная. И там, наверное, что-то точно есть. Так, ну, по-другому. О, запустилось. Да, там какой-то проход есть. Но, увы, мне туда не попасть. Хорошо, возвращаемся к Хаммерлоту. И заканчиваем тоже DLC. И у нас остается, в принципе, только одно там.
которое, конечно же, пройду. И мы закончим с вами DLC, именно DLC. Охота за головами. Так, а что по карте? Подождите. У меня еще вот здесь вот локация непонятно не изучена. Там, скорее всего, просто участок затемненный из-за того, что я там не был. А, то вода. Пляж. Ну да. Просто пляж с водой. Ну, вода замедляет, поэтому нужно было на сушу выбежать. О, сундук. Херовый сундук. Да, так оно и есть. Неудивительно. Так, туземцы нападают. Сейчас быстро все это пробежим. Ага, он еще плюс упал. Отлично, они падают сами ко мне. Ух! Здесь нужно пробежать. Желательно быстро. Отсюда никто не прыгнет. Отлично. Готово. Амерлот. А, пусть искать... Так, это странно, но судя по всему сообщению, смерть 6 убийц наступила в результате действий ваших 6 союзников. А, вот это... Сообщение адресовано лично тебе. Так, чтоб сержант Экстон, первый раз бесплатно, а дальше справляйся сам. С уважением, Сара. Она все еще не на меня запала. Так, пусть искатель хранилища и не святые, но они все это все-таки уроды, как злодей Пандоры. Ну, в принципе, все. Но. Но. Что мы делаем? Я бегу в неизвестном участке. Может, там есть драгоценный лут? Конечно, вряд ли. Ну, как говорится, кто его знает. Сейчас бегаем, проверим. После я выйду, зайду заново в игру. Мы сбегаем с вами там уже, где находятся наши те челики. Так, ну здесь сундуки дешманские. Дешманская. О, ни хрена тут яиц. Как знаете, настоящие яйца динозавра. Теперь я думаю, за мной не полетишь. Он скоро в землю должен залезть. Он, кажется, уже залез. Так, ясно, тут тоже ничего ценного. Так, осталось только в ту сторону пробежать. Блин, жалко, что я туда быстро не могу телепортнуться. Что мне приходится бежать. Да-да-да. Это с копьями. Пускай с туземцами дерется. Хорошо. Здесь что, тут не будет ничего? Прикольно. Ладно, в принципе, могут, мне кажется, и так сам добежать. Все равно недалеко. Тут все равно недалеко. Считай, я уже пробежал, мне только останется по прямой сейчас и в туннель. И закончим. Давайте, короче, откроем там сундуки и закончим на этом DLC. Так. Ну, в принципе, давайте посмотрим. Ну, я что-то забыл про прошлые, конечно, серии. Ну, типа, предыдущую охоту за головами оценить. Давайте хотя бы тогда эту оценим. Ну, смотрите, хороший дизайн, типа. Прикольная задумка, но не очень так сильно развернут сюжет. Понятное дело, что-то маленькие, типа, сюжетная такое история, но
Она очень короткая. Она очень короткая. Потом. У нас был босс. Довольно сильный по впитанию урона. Враги тоже, считайте, тоже сильные, но если включать этих пиратов. Потому что они очень бронированы и все такое. А дальше. Новые враги. Ну, только если брать в расчет крабов. И все. Крабы эти типа черви. Больше так нового ничего не заметил. Какие-то новые модельки. Не сказал бы. Отсылки были тут, я что-то тоже так не заметил. Скорее всего, вот яйца, это отсылочки у нас к чему-то. Скорее всего, это у нас к Марио. Там же тоже нужно было разбивать яйца, чтобы появился этот динозаврик. Потом, ну, может быть, когда они туземцы привязали Камерлота, это может быть отсылка, и те же даже врата. Могут нас отсылать к... Как они называются? К Кинг-Конгу. Потому что в Кинг-Конге тоже, типа, в жертву приносили. В смысле? Я что-то не понял. Я шубил. Ну, ладно. Я думал, типа, охотники, это вот это и есть. Оказывается, что-то не так, да? Ладно, тогда давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.